Обеспечить регулирование криптовалют в национальных масштабах невозможно, считают центробанки Германии. Сама природа функционирования виртуального сообщества без границ этого не позволит, говорит директор центробанка Йенс Вейдман. Попытки некоторых стран притормозить торговлю биткоином и другими валютами ни к чему не привели. В Китае, Южной Корее майнинговые активности и биржи криптовалют продолжили функционирование. Государства-члены Европейского Союза и законодатели вынуждены учесть этот опыт и договорились разработать более строгие правила предотвращения возможного отмывания денег и финансирования терроризма. Сейчас речь идет только о том, как достичь эффективного регулирования виртуальных валют через максимально возможное международное сотрудничество.